22-летний Карен Хачанов впервые в карьере прошел третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису. Во втором раунде турнира, посеянный под 10-м номером россиянин, обыграл японца Йосихито Нисиоку со счетом 6-3, 6-3, 6-3. Матч продлился более 2 часов. Порадовала своих болельщиков и Анастасия Павлюченкова. В матче второго раунда Australian Open 27-летняя россиянка обыграла Кики Бертенс из Нидерландов 3-6, 6-3, 6-3 и в третьем круге сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Соснович. Лучшим результатом Павлюченковой на этом турнире был выход в четвертьфинал в 2017 году.